Друзья, вы снова находитесь на канале Горинов Лайф. Это значит, что пришла пора слушать хорошую музыку. Сегодня у нас композиция в исполнении Алисы Супроновой, российской певицы. И вот небольшое резюме к этой песне. Сертен Серге Хятен. Это песня «Тревога за свой народ и его наследие». Третий куплет я, как всегда, срифмовала и спела на русском, так что в концу песни начнете понимать калмыкский язык. Благодаря кадрам канала Бумба Медиа Холдинг видео получилось очень атмосферным и красочным. Оставайтесь у меня на канале и знакомьтесь с культурой разных народов России и стран СНГ. Конец цитаты. Ссылка на канал, конечно же, в описании. Это не реклама. Давайте послушаем эту песню, которая показалась мне очень и очень интересной. Сеге чилин нерсте бидн, халуун ардын батрыксын. Ашута цаге ек нередесын, адуга жилар хелсын. Сердым сэц хэрдын халым гудам, ек негинден дурлайо. Эмеге бахчу тэнгэрэ больже, эрда прошли трудности, стиснув зубы, и время черного хлеба. Мало осталось на свете мудрейших, тех, кто традиции донесет. Как бы ни стали вы в списках древнейших, тех, кто народ свой не сбережет. Эй, калмыки, просыпайтесь! Чтоб не пропали зря. Эй, калмыки, просыпайтесь, свой язык и культуру любя. И примером достойным останьтесь, младшим, чтоб не пропали зря. И примером достойным останьтесь, младшим, чтоб не пропали зря. Память предков храните. Что ж, друзья, вот такая вот интересная песня и, конечно же, поразительно мощный голос этой замечательной певицы из Санкт-Петербурга. Уже не первую композицию я ее слушаю и всегда получаю искреннее удовольствие. А вам нравится творчество Алисы Супроновой? Напишите в комментариях, друзья. А также не забывайте подписываться на канал Горинов Лайф. С нами интересно. Видео выходят довольно часто. Всем хорошего настроения. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч. Слушайте хорошую музыку.